Мы находимся на улице Пушкина. Перекресток, я думаю, что всем тоже известный. Особенно вот по этому вот достопримечательности. Это Лагман. Раньше здесь было Лагман или какое-то кафе интересное там за деревьями. Но оно сейчас там и есть, только по-другому называется. На перекрестке вот такая вот ситуация. Мы-то привыкли, у нас кажется, что так и было давно, а кто долго уже не видел, могут видеть изменения.